Дорогие украинцы, мы, чеченцы, поддерживаем вас. Мы с вами в этой борьбе. Мы желаем победы украинцам. Мочите этих оккупантов на своей земле. Каждый убитый оккупант, российский оккупант на украинской земле, это бальзам на нашу душу, на каждую душу чеченского гражданина. Они убивали нас безвинно. Две войны. Они до сих пор нас убивают. И сегодня они пришли к вам, чтобы убивать вас. Сделайте все возможное, чтобы они оттуда вернулись либо грузом 200, либо остались у вас в плену, либо убрались с вашей территории. Слава Украине! Героям слава!